Сейчас контроль, сейчас контроль. Вот так мы работаем, работаем, да. Ура, ура, Светлана вышла на улицу, ла-ла-ла-ла-ла. Маски. Знаете что? Всегда хорошо иметь. Открою пока сантру. Всегда хорошо иметь обувь, которая вам велика. Вот я нашла единственные свои кроссовки. Посмотрите. И потому что мне нога забинтована. Держусь уже возле Ашкыма. Нога забинтована, я ее расширила и береженого Бог бережет, не так ли? Такое состояние кайфовое, то, что я вышла на улицу. Это только начало. Сейчас с Ашкымом, потом без Ашкыма. Ашкымы? Араванджамачик. А, стекло, говорит, в машине открыто. Арабая винеп гидели. Бен дешарая мусу. Чок. Видите, какой он счастливый. Чок мутлы эттим. Ашкем, потихоньку, я ваш, бен. Да, верю вас. Чулку, у нас много планов походить по магазинам. Хотим мяска купить. В магазинчики зайти. Просто устала, я, мне это нужно. Вы же знаете, я люблю движение. Дома надоело. Хоть сделала макияж, щёчки накрасила. Ой, рыбка это запахла. Рыбный ресторан. Все возле нас. Сейчас мы пойдем и туда, и в Карфор заглянем. В Карфоре нельзя снимать, а то бы мне один раз сделали замечание, а то бы я сняла. Ладно, мои лапулечки, лапатулечки. Ждите дальше. Магазин Наргилье. Зашли мы в магазин. Мой муж здесь покупает табак. Очень хороший. Посмотрите, какие красивые здесь наргилье. А вот здесь сколько всего. Ну, я пробовала, у нас дома есть. Мне не так уж и понравилось. Смотрите, табак 80, 70. Разные цены 100. Там есть 220. Смотрите, как красиво все. Здесь подвала нету, я уже смотрю по сторонам. Держусь за Ашкыма. Вот это какое красивое, да, стекло. Дёрма. Этрофинда бакнёрма. Сколько много. Какой интересный магазин, да? Здесь эти портсигары. Это даже плойка продается. Красиво, да? Здесь также продают и часы. Спички. Ты нонджеки сорду, нонджеки. Уюзда.
Sana yansıtıyorum yani. Anladım usta. Teşekkür ettim ya. Usta bir de bir markuş ben alıp alacaktım lan sürekli takım. Ben bunu da kullanacağım. Markuş mu? Evet. Seç aklımdan silikonlardan bir tane alıp konuşmak istiyorum. Ben Ergül'ye. Hangileri daha yoğun peki? Silikonlar mı yoksa? Bence silikon. Meyveli içiyorsun. Bence silikon. Şimdi karıştırdım. Şu nasıl usta? Fiyatları da nedir bir de? O şey hortum diğerlerinden farklı. O hortum 35 lira, bir diğerleri 25 lira. Bak şu yukarıdaki hortumlar var ya. Evet. Onlar yok kutunun şeyin içindekiler. Şunlar mı? Onlar 45 lira, aşağıdaki 90 lira. Paran da alacaksın. Şöyle maaşı da benim şeyle beraber mi? Hepsi takıl. Bu neydi abla? Bundan mı? Beğendiniz mi ablacığım dükkanımızı? Dursik, dursik! Yağmur, yağmur! В общем, наши пакеты взяла. Я себе вот такой хлеб посмотрю. Это из ржаного. Мне надолго хватит. Видите, купили все необходимое. Мяска, фаршик накрутили при нас. Я знаю, многие дома это делают, но у нас нет мясорубки, поэтому приходится так. Кое-что купили, приду покажу. Решили не идти в другое место. Что первый мой выход пока еще слабо чувствую себя. Ну, это все время. В общем. А дождь, знаете, пахнет чем? Вот летний дождь. Скоро он пройдет. Ашким, яғмур кокуйор. Хиситиор мусу? Яғмур кокуйор. Яғмур кокуйор. Какой-то вот... Он говорит, дождь не пахнет. Топрақ папа. Бұрдан? Бұрдан үйрелі. Амақына жалдан. Площадь наша. Базар. Ой. Господи, друзья мои, нет еще ничего прекрасного в мире, когда ты ходишь. Дико тут, вы представляете? Вот такая машина. Все, надо быть аккуратно. Светлана. Так, мои дорогие, мы пришли домой. Значит, покажу, что мы купили. Вот купили мы такое мясо. Очень хорошее мясо. В Турции, оказывается, тоже есть скидки на мясо. Вот смотрите. Да, на бифтек. Как вы думаете? Килограмм. Купили мы, значит, такое вот фарш. Хорошее мясо было. При нас помололи. Цена... 45,67. Сколько здесь? Кило 90. Килограмм, видите, сколько? 42. А вот такого килограмм стоит 56. Вот так поняла, да? Так, что мы купили еще? Вот в Карфере я вот это вот хорошая вкусная колбаса. Она действительно вкусная. Давайте посмотрим, что в ней. Что в ней есть, что вы вам показать, и вы увидели. Да? Вы видите. Я, например, не вижу, поэтому доверяю вас. Но она вкусная. Не знаю, видите вы, мои хорошие. Так, ну вот такая колбаса. Сосисочки взяли. Так, мы взяли муку. Мы взяли вот такое за 10 лир, маска для глаз и для подушка на такая надувная. Взяли вот такой вот лавашики такие, да, для буреков. Сколько здесь? 24 штуки. Вот такие буреки я потом с сыром накручу. Очень удобно это, очень. Так, еще что мы купили? Сейчас присяду, потому что тяжело. У меня вот для мытья полов взяли вот такой вот чифт.
и знаю, что это такое. С мылом новое что-то. Вообще в Турции всегда в огромных упаковках. Посмотрите, сколько здесь. Наверное, 2 литра. И взяли вот такой Доместос. Спрей для вот кухни и для ванны. Молоко взяла. Вот это я беру. Nestle. Очень вкусное кофе растворимым добавкой. Взяла такую себе вкусняшку. Так, и взяли, вот первый раз мы взяли вот такое мороженое. Оно стоит 22, самое дорогое. После мяса это мороженое. 22.30, скидка была 3.50 на него и где-то 19 лир. Но в этом году я вижу впервые вот эту марку. Здесь 6 штук. Посмотрю сейчас. Смотрите. Здесь вот 6 штук. Пусть мы с Сашковым покушаем. Вот такой хлебушек. Он стоит 6 лир. Вот такой хлебушек 6 литров ржаной. Попробую. Ну, вкусно. Сейчас мы съедим по мороженому, и я буду лепить пельмени. Ну вот я приготовила фарш, добавила только лук туда, перец черный, красный и соль. Больше ничего не добавляла. И вот мое тесто сейчас буду раскатывать. Покажу вам результат. Вот таким методом я делаю впервые. Я всегда разрезаю на мелкие кружочки, потом их раскатываю. А сейчас вот раскатала вот такой один большой лист. С помощью такого блюдечка буду вырезать кружочки. Решила, что блюдечко очень большое. Я сделаю с чашечки. Вот так буду. Раз. Давно я не занималась этим. Два. И так далее. Отметить, что, конечно, очень трудно этим методом. Много энергии надо. Но вот получаются вот такие красивые кругляшки. А это что осталось тесто, посмотрите. Видите разницу? Сейчас я буду их лепить. Да уж, придумала сегодня себе. Ну, посмотрим, что получится у меня. Так. Вот так берем. Не делала, наверное, когда гость приходил к нам, с тех пор не делала. И вот так вот буду защипывать. Мой Ашкым говорит, что это такое. Не любит он отварное тесто. Представляете? Носом покрутил. Силы аж вспотела. Вот, посмотрите, такой вышел у меня красивый. Ну что, будем надеяться, что, наверное, 50 штук тут вышло. Как бы это все накрутить. Друзья мои, посмотрите, что у меня получилось. В принципе, наверное, около 50 штук. И вот еще мне не хватило фарша. Я сделала сыром для мужа. Вот это он покушает. И он сказал, чтобы сделала подливу, чтобы было похоже на его манты. Ну вот сейчас уже кастрюлечка у меня. Водичка. Думаю, закипит. И я их побросаю. Ну, покажу потом, какие они у меня получились. Но устала, наверное, час сидела, крутила. Потому что... Или я... Еще сил не набралось, или у меня терпения, но они у меня прям вышли один в один, такие красивые. Вот и готов наш турецко-русский ужин. Почему турецко-русский? Потому что русские пельмени, но мой муж захотел вот такую турецкую заправку с сливочным маслом, с этим. И я также приготовила как суп. Видите, 3 штуки сюда и этот йогурт. Ну, огурчики, Ашкем сейчас будет есть. Посмотрим, как Ашкем. Тады на бока белирмс. Тады, Ашкем. Шишеи мерак эттим, сую нас олжак. Нормально? Туз астык, туз атак. Ну, туз... Бен не истерим. Сен ондан ал тады на... Gösterebilir bize. Посмотрим сейчас, как он будет пробовать. Видите, как аккуратненько все. Адашки мафетосу. Ой, слава богу. Афетосу. Все, мы кушаем. Кушаем, кушаем. Кушаем, кушаем.